Шалапов в паре с Альсингом. И вторая тройка Бориса сегодня выглядит так. Здесь Савицкий, хороший момент. Здесь и шайба в воротах. Якуб Лилья открывает счет в этом матче. Сергей Большаков пропускает в своем первом матче, в котором он выходит в стартовом составе в континентальной хоккейной лиге. Вот так Большаков получает сразу же с первого броска в этой своей игре, где он впервые в карьере выступает как стартовый вратарь. Просто любопытно, каким будет игровое время Дзица, если он так и будет играть. Но мы же и до начала матча знали, что Дзица минут 25-то проведет, никуда не денется. Вот бросок и 2-0. Вот бросок и 2-0. И Якуб Лилья делает дубль, между прочим. И он забил на 45-й секунде сразу же на старте игры. И чуть попозже теперь отличается и в большинстве. Ну, вот такое мощное начало от Бориса. В середине первого периода мы с вами подбираемся, а счет уже 2-0. Хозяева льда в Балашихе 54 сейва Бояркина. Ну, то есть, это как? Тоже с одной стороны думаешь, 54 сейва это совершил, а команда все равно проиграла. Но, Лилья, хет-трик! Хет-трик! Дождался я! Дождался. Якуб Лилья и три заброшенные шайбы. Но у нас еще есть два автора дубля вообще-то, если что. И 6-5.